гражданин Украины, но мне не мешает это прийти сюда, не мешает прийти отстоять свою позицию. Почему? Потому что я не просто не только гражданин Украины, но и этого достаточно на самом деле. Я украинец. И я считаю, что если мы создали что-то, что мы создали главное в своих... Как нация, как народ, мы создали наш язык, нашу мову украинскую. Наша мова – это то, что, на чем строится наша культура, на чем строится наше государство, на чем строится наше все. Если мы сейчас признаем наш язык, нашу мову тем, что не имеет никакого значения, тем, что мы сами не готовы учить, сами не готовы в своих собственных государственных органах, суда и в органах, во всех прочих органах в образовании не способны это реализовать, если мы не способны это использовать, если мы сами признаем наш язык ущербным, кто тогда, скажите, будет вообще нас уважать? Кто? Поэтому, несмотря на то, что я, может быть, русскоязычный гражданин Украины, с сегодняшнего дня я перейду на украинский язык, если для этого необходимо, если необходимо показать, что в Украине уважают собственный язык, если необходимо показать, что в Украине будет язык тот, который мы годами, веками, тысячелетиями в своих душах, москалы, плыкалы, мы его рождали, мы его родили, мы его сделали. Он есть, и он лучший. Это самый красивый язык в мире. Это самый богатый язык в мире. И мне все равно, что там делают в этой Верховной Раде. Я в своем сердце принимаю этот язык как лучший язык, несмотря ни на что. Слава Украине!